Сухофруктами называют те фрукты, в которых остаточная влажность примерно 20%. Кроме того, этот продукт очень богат витаминами и микроэлементами. Кстати, именно о нем сегодня и пойдет речь. Считается, что сухофрукты содержат больше биологически активных веществ в сравнении со свежими фруктами. Ведь, по сути, это витаминный концентрат, в котором есть кальций, магний, железо и другие ценные вещества. Чернослив содержит большое количество витамина А, которое благоприятно влияет на зрение. Также показан людям с проблемой с ЖКТ. К тому же чернослив полезен и тем, у кого есть проблемы с сердцем и высоким давлением. Кроме того, рекомендуется включить этот сухофрукт в рацион тем, кто страдает болезнями почек и печени, ревматизмом и атеросклерозом. Кольга богата калием, тем самым благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, то есть мышцы сердца. В составе этого продукта есть фосфор, железо, кальций, каротин и витамин В5. Возьмите это на заметку и обязательно включайте солнечный сухофрукт в свой рацион. Финики – очень сладкий сухофрукт, его нужно употреблять очень умеренно, но он отличный антиоксидант, он повышает иммунитет, тем самым является полезным сухофруктом. Предстоит насыщенный событиями день, запаситесь порцией фиников. Это сладкое лакомство поможет повысить работоспособность и поможет противостоять стрессам. А еще финики являются народным средством при простуде и головной боли, так как содержат вещества по действию, схожие с аспирином. Вы можете добавить его в каши, в выпечку, употреблять отдельно, как перекус, но очень аккуратно. Большое содержание сахара и высокая калорийность. Так что ограничьтесь дневной порцией из 5 фиников. Особенно аккуратно следует быть с этим продуктом людям, страдающим диабетом и имеющим лишний вес. Хотите извлечь из сухофруктов максимум пользы витаминов? Приготовьте компот по нашему рецепту. Доведите воду до кипения, опустите в нее сухофрукты, накройте крышкой и дайте настояться в течение 3 часов. В таком случае он будет и вкусным, и полезным. Ну а как же правильно выбрать сухофрукты? Когда я покупаю фрукты на разновес, я прежде всего руководствуюсь внешним видом сухофруктов и на запах, чтобы не было затхлости, ну, такого плесневелого запаха. Ну, без плесени, без грязи, то есть чистенько смотришь, вяленое, чтобы оно было. По внешнему виду выбираю, чтобы был чистый, чтобы, ну, не слишком яркий, не слишком бледный были. А почему не яркий, не бледный? Ну, яркие, может быть, краска, красители, ну, а бледные, наверное, может быть, зеленые, не совсем спелые. Яркий и привлекательный внешний вид сухофрукта должен насторожить покупателя, ведь фрукты после сушки обычно становятся темными, а яркий цвет могут приобрести при химической обработке. Так что будьте внимательны при выборе сушеных фруктов и не забывайте добавлять их в свой рацион.